Она работает в правоохранительных органах 25 лет и считает свою профессию призванием. Лариса Галюченко гордо носит звание заместителя начальника следственного управления Межмуниципального управления МВД России Одинцовская и продолжает семейную традицию. Учитывая, что у меня мама была начальником следствия, соответственно, это у нас просто династическое, ну и где-то класса с третьего приобщалась к благому делу, начинала печатать описи для уголовных дел. Соответственно, так это все и пошло, и как бы я другого уже не представляла для себя. Кажется, что хрупкой женщине сложно работать в такой серьезной сфере, но Лариса Галюченко думает совсем иначе. Очень много, конечно, у нас женщин работает, и я бы не сказала, что это работа именно для мужчин. Мне кажется, это все равно больше женская работа, потому что здесь усидчивость, кропотливость в изучении документов. Следственный отдел – важный этап на пути расследования преступлений. Из органов дознания сотрудники получают материалы, которые необходимо проверить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. Да, у нас безумно трудно. Мы постоянно находимся на работе. Выходные мы проводим на работе. Мы больше общаемся друг с другом, чем со своими семьями. Лариса Галюченко не только обаятельная женщина-следователь, но и счастливая мама взрослого сына. Впереди у нее много профессиональных планов, и она мечтает о внучке. Станислав Трифонов, Святослав Савенков, Анна Пряхина, телекомпания «Одинцова».